решать очень серьезные задачи во славу нашей Родины, нашего государства. И на самом деле, вот сегодня соборные труды позволили открыть памятник, потому что Евлаим Сергеевич Груздев, губернатор, своим вниманием и участием, трудами праведными, очень много сделал для того, чтобы мы на самом деле были здесь, на святой земле. Вот, Владик, я сегодня подумал об одной вещи. Здесь родина Матроны. И недалеко куда-то. Вот оно, начинается Россия с маленького и никогда не заканчивается. Она навсегда великая. Спаси вас, Господи, дай Бог всем здоровья. Мы вместе. Мы вместе год 70-летия Победы. Мы вместе в будущем. Мы всегда чтим нашу Родину. И пусть у вас в жизни будет все хорошо. Благословения вам, Боже. Спасибо. Сегодня поистине светлый, замечательный день. Посмотрите, даже природа благоволит добрым, хорошим делам.